О качестве региональных дорог и темпах ремонтов разговор на высшем уровне. В ходе встречи с президентом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об итогах первого полугодия в сфере строительства. Более 4000 километров дорог федеральных построено, более 3000 доведено до 4 полос вместо 2. И мы с регионами увязываем улично-дорожную сеть, так называемые опорную сеть, и региональные дороги. И вот если вы посмотрите на следующем слайде, можно уверенно сказать, что вот смотрите, мы по второму полугодию уже 75,5% имеем в крупнейших агломерациях план, до конца года будет 79%. И мы за 2023-2024 должны дойти до 85%. Это национальная цель в вашем указе. Мы ее достигнем. До конца года будет 79%? Да, уже будет. По региональным дорогам, как отметил вице-премьер, уже в этом году почти половина всех участков в стране будет в нормативном состоянии. Это значит, что задача, поставленная президентом, выполнится раньше, чем в 2023 году. На следующие 5 лет программа «Максимум» довести показатель до 85%.